свободу. Мы знаем, что вы погибаете от жажды и голода. Каждый день вас становится все меньше. Мы обращаемся к благоразумию ваших командиров. Не губите бессмысленно людей. Прекратите сопротивление. Прекратите вылазки, которые ни к чему, кроме потерь, привести не могут. Пей, только не все, пожалуйста. А мне тоже. Только не все, пожалуйста. Саша. Саша, проснись, вода. Только не пей, только не все, пожалуйста. Сегодня все. Как все? Обещали, что воды будет больше. Наши с вылазки вернулись. Из 29 разных. Им вода нужнее. Нужнее? А нам не нужнее? Мама, у меня все хорошо. Вода? Да, я попила, мама. Ты куда? Хорошо, я подожду. Она так уже несколько дней разговаривает. Стой! Не трогай! Не мама снится! Пусть лучше сон видит, чем эти каменные холодные стены. Правильно, пусть спит. Сережа, а какие еще новости? Сегодня ночью немцы с поверхности взорвали еще один проход. Теперь за водой приходится идти в круговую. Но если взорвут и тот проход, тогда... Тогда что? Тогда идти будет некуда. Хорошие новости, мог бы и не рассказывать. Могла бы и не спрашивать. А я и не спрашивала. Знаешь что? Не будь ты это! Дал бы тебе! Тише! Что? Что это? Ничего. Тише! Меня зовут Сергей. У стены та сварливая. Это Аня. На самом деле она хорошая. Просто настроение у нее бывает скверное. Наверное, как и у всех. В платочке это Саша, которую вы уже знаете. Она младше всех. За ней ухаживает Вера. Если бы не Вера, мы бы не познакомились. Это она всех собрала. Все мы до того, как попали в катакомбы, были почти пятиклашками. Все, кроме Сашки, и не должны были ими остаться. Чуть не забыл. Саша, проснись. Ты принес водички? Нет, лучше. Я твоего мишку нашел. Но это не мой. Правда? Да, мой был не такой красивый. Спасибо, Сережа. А как назовешь? А давай Потапычу назовем. Ага, Валентином Семеновичем еще бы предложил. А можно я его Мишей назову? Моего папу так зовут, а так он будет рядом. Ну это твой медведь. Тебе решать. Это твой медведь, тебе решать. Миша так Миша. А давайте поиграем. Вер, неси. Ура, ура, я буду играть. А я не играю. Ну, пожалуйста, ну, чуть-чуть. Все нормально, будем с ней играть. Пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, я играю, играю. Все готовы? Я вожу. Хлеб. Вода. Каша. Соль. Свекла. Морковь. Печенье.
хлеб. Сережа, хлеб уже был. Так неинтересно, ты только съедобное кидаешь. Да я. Так мы проводили время, которое уже не сосчитать не могли. Иногда удавалось найти еду. Вы скажете, почему мы были сами? Просто взрослым было не до нас. Подземный гарнизон каждый день терял много бойцов. А потом немцы стали отравлять катакомбы газами. Мы с ребятами решили переместиться глубже в катакомбы. Туда, куда газа не доставали. Но там было ужасно холодно, и Саша заболела. Пить. Сашенька, потерпи. Сережа. Пить, пожалуйста. Сережа, нужно отнести Сашу в госпиталь. Я ее не донесу. Пить, пожалуйста, воды. Сережа, что время терять? Иди туда, сюда. И воды принеси. Пить. Сашенька, потерпи. Сейчас Сережа придет. Воды принесу. Аня! Подай тряпку возле тебя. Аня! Аня, проснись. Аня, ты шутишь? Скажи, что шутишь.
Саша ушла второй. До доктора я так и не добежал. Меня накрыло завалом взрыва бомбы. А Вера так и осталась возле Саши и Ани. И охраняла их крепкий сон, пока не уснула сама. Теперь у нас все хорошо. Мы также играем в съедобное и несъедобное. Только теперь по-честному, по всем правилам. Вы бы видели, как бегает Аня. А Вера также заботится о всех нас. Жалко, что мы не стали пятиклашками. Все, кроме Саши. Но мы остались вместе. А это самое главное. В Аджимурскайских катакомбах есть обычай приносить детям, которые там погибли, игрушки. И не забывать, самое главное не забывать, о том, что приносит с собой война. Взрослые, хватит войн. Ведь от них страдаем мы, дети.